Partiamo, facciamo un aiuto. Так, можно попросить тоже микрофон немного обратиться к людям, сделать пропаганду вот здорового образа жизни и спортивного стиля, пожалуйста. Вот они видят, то, что называют спорт в нашем городе. Вот. Спасибо зрителям, что пришли, ребята, которые участвуют сегодня в соревнованиях. Хочу пожелать удачи, чтобы у вас все в дальнейшем сложилось очень хорошо. В общем, всем спасибо, занимайтесь спортом. Я очень рад, честно, я очень старался, я много лет занимался, очень долго это прошел. Спасибо огромное всем моим тренерам, папе сегодня, и всем ребятам, которые поддерживают меня, прежде всего мой брат. Спасибо вам огромное. Ребята, занимайтесь спортом, будьте здоровы, упражнения, это сейчас очень нужно для нашего города, для нашего города. Спасибо большое. Спасибо большое. Хочу сказать, что Стас Сухоруков еще к нам поднимется, возьмем выпник для того, чтобы продемонстрировать вам, что же такое все-таки мастер спорта по панкратиону и что такое вот человек, у которого коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. Поэтому Стас, надолго не прощаемся, скоро увидимся. Парни, спасибо большое, поздравляю. Вы не мастера спорта Украины по панкратиону.